закончилась моя диагностика, которая длилась примерно полтора часа, может быть, чуть больше. В общем-то, все прошло хорошо. Было несколько таких не очень приятных моментов. Ну, потому что я думаю, что это связано с тем, что мы не привыкли фокусироваться на чем-то, смотреть в определенные приборы. Вот, ну, то есть, как бы ждать, пока врач посмотрит. Но в целом сейчас никакого дискомфорта в глазах я не чувствую. Все прошло. Была немного удивлена тем, что после диагностики нельзя ездить за рулем. Вот, то есть мне сейчас придется немножко погулять, чтобы действие капель, которые мне закапали, прошло. А что касается результатов диагностики, я очень довольна. Оказалось, что у меня все хорошо с сетчаткой, даже несмотря на возраст. То есть мне не нужны никакие манипуляции. Я могу выбрать несколько видов лазерной коррекции зрения. Сейчас планирую почитать про них подробнее и выбрать тот метод, который мне, наверное, больше понравится. Хотя доктор после диагностики рекомендовал мне определенный метод, безлоскутный, так называемый, самый последний. Вот, но мне бы хотелось узнать о нем побольше.